С тех пор, как я был молод, я всегда учился. Вот что произошло в моей жизни. С тех пор, как я начал это делать, все в моей жизни становилось все лучше и лучше. Так что я все равно буду продолжать это делать. Мы все знаем легендарную суперзвезду футбола Криштиану Роналдо, чья щедрость не знает границ. Он всегда был ярым сторонником мусульман. Здравствуйте, это для детей Сирии. Мы знаем, что вы много страдали. Я очень известный игрок, но вы самые настоящие герои. Не теряйте надежды. Мир с тобой. Мы заботимся о вас. Я с тобой. Благодаря его действиям, таким как празднование Рамадана с товарищами по команде и друзьями, посещение стран с мусульманским большинством населения и выступлений против исламофобии. Когда его спросили в интервью, он рассказал про свои крепкие убеждения, которые соответствуют учению Аллаха. С юных лет я всегда понимал, если ты даешь, Бог даст тебе двойную награду. Вот что произошло в моей жизни. С тех пор, как я начал это делать, все в моей жизни становилось все лучше и лучше. Так что я все равно продолжу это делать, потому что считаю, что это важно. И чувствую себя хорошо, когда делаю это. Маша Аллах, брат говорит, что доброта, щедрость и сострадание принесли ему не только умиротворение, но и процветание, а также сказал, что будет продолжать это делать. В Коране «Аллах свят, Он и велик» призывает верующих щедро жертвовать, обещая, что Аллах многократно приумножит их пожертвования в качестве награды. Братья и сестры, в Коране Аллах также призывает верующих оказывать помощь нуждающимся. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Аллах напоминает нам, чтобы мы делились тем, что мы заработали, и не отдавать то, чего бы мы сами для себя не захотели. Щедрое пожертвование рассматривается как способ очистить богатство и получить благословение от Аллаха. Итак, братья и сестры, не думаете ли вы, что вам обязательно стоит отправиться в этот путь щедрости и сострадания? Когда вы делаете садака в Рамадан, Аллах делает это еще более ценным. Ваша помощь становится очень мощной, принося большую пользу тем, кто в ней больше всего нуждается. От вас зависит, изменится ли этот мир к лучшему. Пусть Аллах вселит в вас веру и благословит вас в этот Рамадан, чтобы вы стали более сострадательными и щедрыми. Амин. В этот священный месяц Рамадан для нас открываются новые возможности для совершения благих дел. Одно из них – это сбор помощи палестинскому народу, это раздача продуктов, горячее питание и медикаменты. А также для Африки и Бангладеш – раздача 10 тысяч мусхафов Корана, постройка 348 колодцев, одной мечети с медресе, посадка 10 пальм и проведение 5000 ифтаров среди нуждающихся. Давайте в этот священный месяц Рамадан окажем нуждающимся свою поддержку и помощь. Не упустите этот Рамадан. Все отчеты на указанных ниже страницах в описании.